Ребята, всем привет! И сейчас хочу такую небольшую заметочку сделать. Наблюдение-удивление. Вот мы все считаем, что человек – это вершина всего, мыслит и так далее, и так далее, и так далее. Но представьте, что будет с человеком, если его оставить на морозе, ну, например, при минус 10, хотя бы на сутки двое на улице, без костра, так сказать, без согревания и так далее. Я думаю, результат всем будет известен, и он, ребята, предсказуем. И вот посмотрите, перед нами растет дерево. Вот вы видите, березка. Береза знатная, хорошая, уже в возрасте. Живая береза, кстати, ребят. Супер. Выжила в лесу, кстати. Света хватило ей. И вот смотрите, опускаемся ниже, 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 ниже. И видите, ствол дерева. Я сейчас аккуратно палкой потрогаю. Видите, вот это лед. Ствол в нижней части полностью покрыт льдом. Абсолютно. Вот. Казалось бы, что все, кранты, дерево замерзло. Но на самом деле, сейчас, ребят, с первыми лучами весенними все это дело оттает. И дерево, как ни в чем не бывало, покажет нам свои листочки. Почки, листочки, оживет и будет радовать дальше. Понятно, что с научной точки зрения можно привести массу аргументов, почему деревья зимой не замерзают. То есть деревья, веточки тоненькие. Там в соках содержатся, накоплены за теплый период времени крахмал, другие вещества. Ну и они не позволяют замерзать. Вот, посмотрите, видите, тоненькие веточки. При морозе, и все оно, ребят, живое абсолютно. И вот при минус 10 снять перчатки и постоять на улице сутки. Я думаю, пальцем будет кранты. Вот так вот. Так что более, скажем так, простые организмы, растения. Казалось бы, человек это вообще супер, все знает, все умеет. А они приспособлены к выживанию. Без каких-либо дополнительных извне приспособлений. А мы, ребята, что бы мы ни говорили, мы нет. Вот, видите, стоит лес. И морозы выдерживает, и все. Вот, тоненькая веточка, казалось бы. Там веточка всего миллиметр, полтора, два, три. Но она не замерзает. Мы же с вами, даже если какие-то перчатки на руки наденем, и, например, перчатки оказались сырыми, вот, или провалились куда-нибудь в воду зимой, а на улице морозец, очень высокий риск, что мало того, что заболеем, ну и можно лишиться конечностей. Вот такое, ребят, у меня наблюдение, и я этому не перестаю никогда удивляться. Мелочь, но интересно вообще. Удачи всем!